Привет, иду, пора покушать. Елена Юрьевна, вот вместо Любовь Геннадьевны. Во, махнул не глядя. Махнул не глядя, как говорится. Привет всем. Это та самая Елена Юрьевна, которая посадила нас на вреднейшие, блин, соусы сырные. Да. Жру не видал, и меня прет во все стороны. Сегодня у нас что? Дегустация шоколада. Где тесты. Вообще, спасибо городу Королеву. Антону. Антон, братишка от души. 20 Риттер Спортов. Макс хотел... Я хочу. Подписчики кормят и исполняют желания Максов. Слушаю и повинуюсь. И не только Максов теперь уже. Вообще, эта подруга наша очень близкая, ближе, чем ты думаешь, подруга. Да. Подруга Любовь Геннадьевна была, теперь общая, общаковская подруга. Стала общей. Вот такое количество же, не знаю, попытаемся как-то возъесть. Попробуем сложить в себя такое количество шоколада. Шоколад немецкий, обрати внимание! Сделано в Германии! Дас из Томас. Мы все эту рекламу помним. Ну и что, с чего начинаем? Выбирайте. С начала или с конца? По порядку все будем пробовать. Я за чаем. Угу, чай не чай. Ну да. Я не пойму, ну блин, я ж никогда в этих, ну как, я даже не теряюсь, что сказать. Ну, приступим. Приятного аппетита. Да, чокнемся заранее. И будем пробовать вкуснейший шоколад. За мир во всем мире. Ура. Что невозможно априори. И начинаем пробовать. Оно все вскрылось, видишь, магия монтажа, блин, так раз и все сделалось красиво. Но дело в том, что есть некоторые шоколадки до 23 года, а есть до 2006. Поэтому они побелели слегонца. Но это благородная перхоть на шоколаде называется, это хорошо. Значит, качественный шоколад, как и писали, немецкий. Будем пробовать. Немецкий. Ну и что, начинаем с чего? Цельный лесной орех и хлопья, белый шоколад. Смотри калории. Я одну посмотрю, свою позвоню. 574 килокалории. Это прям... Я вот, вот так будем пробовать. Я маленький, может, буду кусать. И Любовь Геннадьевна. А Елена Юрьевна сама будет брать себе. Да. Ну, пахнет как пористый белый. Всем, кто кушает полезного птица. Ну, сливочный, сладкий, пористый какой-то, как будто. Обычный. Орех сильно твердый уже. Обычный белый. Но... Ничего сверхъестественного нету. Нет. Не ножи туда сверху. Да, вот так укладывать. Ну, будем надеяться, что дальше вкуснее будет. Вот чем дальше, тем вкуснее, будем надеяться. Цельный миндаль, темный шоколад, темный мне намного больше нравится. 560 килокалорий. О! Ого. Вот это, блин, жестко. И вот такие орехи, орехи прям со всех сторон. Да, это с орехом. А Макс Щелкунчик, он... Любовь Геннадьевна, берите сами. Пробуем. О, это прям шоколад натуральный. О! Вот это уже кайф. И с горчинкой. Да, как натуральный шоколад. Горький, орехи чувствуются, и орехи сухие, вкусные. Вот этот божественный. Очень вкусный. Экстра нат. Вот какой-то эксклюзивный. Угу. Наверное, последняя коллекция такая. Second collection, короче. Последняя коллекция. Лесной орех, молочный, вот это топовая тема, горький шоколад. Этот горький прям. Хотя написано темный. Угу. А, горький темный. Ну, калории дальше я смотреть не вижу большого смысла. 500 калорий. 560 там тыры-пыры-стопыры. Лесной орех. Ну, кстати, орехи, я бы не сказал, что, допустим, вот здесь... Орехи? Чувствуется, допустим, реально миндаль, здесь лесной. Ну, как бы орех-орех просто. Но. Я сладкий шоколад. Молочный. Совсем обычный. Не горький, да. Не, мне так. Не особо мне. Обычный, даже. Это как Алёнушка, вот эти все. Да, как любой другой фирмы, не обязательно Риттер Спорт. Вот этот божественный горький. Угу. Но это имхо, опять же, на вкус и цвет фломастеры разные. Я горький шоколад люблю, поэтому, ну, кто-то сладкий любит. Вафля и какао-мусс. Вот это божественная тема будет, наверное. Смотри калории, если тебе это интересно. О, ого!
Нифига себе. Вот тебе и вафля, блин. Вафля плотная. Ой, это немецкая вафля какая-то. Здесь есть фантастика какая-нибудь. А так миленькая. Напоминает раньше конфеты Мишка на Севере. На вафли, вафли. Точно. Мишка на Севере прям похоже. Прям вафли такие же. Запиваем зачем? Всем, кто употребляет только полезных напитков, чтобы сбить вкус предыдущей шоколадки. Да, распробовать. Ну, интересная такая шоколадка. Внутри вафля. Ну, вообще похоже на конфеты. Мы, так как мы коксово-зависимые, молочной с начинкой кокос. Вот смотри, калории. А мы будем... О! Оно все развалилось, короче. Тут сплошной кокос. Да. Значит, шоколада мало, один кокос. Пробуем кокос. О, мягкая. Что-то и развалилось. Кокос чувствуется. Кокос чувствуется очень. Вот это радует. Я, наверное, от половинки половинку буду съедать, с вашего позволения, потому что тут... О! А вот это развалился весь прям. Вот тут дольки какие-то аккуратненькие такие. Маленькие, маленькие. И это у нас как 55% какао с мягким вкусом из Ганы. Ух ты, вот это интересно. Наверное, крутой шоколад. Пробуйте. О! Любовь Геннадьевна, берите. Ой, маленький тон. А это просто шоколад. А, да. Ребятки, тут ничего нету. Нас обманули, расходимся. Ну, такой. Мне обычный не нравится. Шоколад, ничего. Этот... Если сравнивать с этим, это вообще небо и земля. Я раскусить не могу. 61% какао с утонченным вкусом Никарагуа. Темный шоколад тоже просто. Посмотри, калории. 600 калорий. Да я говорю, плюс-минус. Ох, ни хрена себе. Не, ребятки, это тоже просто шоколад, который сломать даже невозможно. Просто шоколад. Я вот маленький возьму. Ну, разница в них тут 55%, а тут 61%. О! Вот это более качественный, нежели вот этот. Ну да. Еще твердей. Да. Так он и должен быть. Твердый кусочек маленький. Марципан. Вот то, что мы с Любовью Геннадьевной любим, а Лене Юрьевне нравятся марципаны. Я не люблю. Ну, любишь? Давайте попробуем. Может, здесь шоколад супер. Темный с начинкой. Смотри, калории. Эх, ну, также 500. Ну. Марципан. Бери, Любовь Геннадьевна. И да, он тут чувствуется. Очень качественный. О, какой яркий. Вкус черемухи прям. Угу. Амаретто, я бы сказал. На любителя. Да? Тебе не очень? Не, как бы я бы, может, и ела, но... Сам вкусный. Если бы выбирать между какими-то, этот бы я не взяла. Ну, вот этот вкуснее был. Угу. Мне нравится. Мне тоже. Своеобразный вкус. Мята... Шоколад темный с начинкой. Вот я как-то никогда... Ну, смотри, вот калории тоже почти 500. Более... Вот белая перхоть шоколадная на нем. Вот такая. Ой, мяту я ни разу не ела в шоколаде. Мне, кстати говоря, смесь мяты и шоколада не нравится сочетание. Он с начинкой, с мятой. О, как будто жвачка. Да. Как будто же орбит живем сидим. Прям орбит напомнила. Нет. Я бы сказал, ригдиспермин какой-то. Угу. Или... Мята очень выражена. Вообще сильная. Фишка в том, что он перебивает весь вкус шоколада самого мята и... Но освежает. Ну вот если освежится, то да, освежит. Сильный мят. Клубника и йогурт. Шоколад молочный с начинкой. Калории смотри, но я уже сказал, что там плюс-минус одно и то же везде. Кусочки клубники тут есть. Да. Видим, вот кусочки какие-то. Вот они маленькие. Видно их хорошо. О, вот он. Она даже кисленькая. Очень хорошо чувствуется. Клубника.
И вафли, наверное, там есть, хрустит. Или печенье. Не у меня мята до сих пор во рту теперь. Мята вообще язык ожидает. Тоже, да? Угу. Очень много, будем торопиться. Кешью. Шоколад молочный с соленым кешью. Это очень хорошо. Кешью – любимый орех. Любимый орех Макса. Берите либо виноградина. Вот такое количество кешью видим здесь. Надеемся, что это оно и есть. А не арахис, который не является орехом. Вкусненький. Неплохо. Очень вкусный. О, очень качественно. Заметьте, написано новинка. Угу. Это, наверное, одно из последних из них произведений. Ну, наверное. Сам шоколад очень качественный. Шоколад похож, знаешь, на что? На яйцо Kinder Surprise. Угу, есть, есть. Вкус. Это редкость. Угу. Цельный миндаль, шоколад молочный. Тряпка тут не нравится. Берем. О, вот это я понимаю орехов. Миндаль. Берите, разбирайте сами. Он жареный, да, по-моему? Жареный, скорее всего. Вот тут сильно орех чувствуется прям. Да? Угу. Прям орех-орех. Он жареный прям даже. У меня, не знаю, как у кого привкус старого ореха. Есть? Ну, есть, как затлый. Да. Я уже объелась шоколадом. Ну надо, да. О, ром, изюм, орех, молочный шоколад с ямайским ромом. Тут обязательно посмотреть на калории. 522. Ну а что смотреть, такие самые, как и везде. Разбирайте. Шоколад очень полезный. Кстати, кто-то, если не знал, можно поймать эйфорию, если съесть настоящего шоколада килограмм. Будет как будто забалдел, короче говоря. Вызывает эйфорию. Поэтому он повышает настроение, шоколад. Поэтому часто у кого депрессия или кто-то заедает шоколадом. Интересное сочетание. О, изюм чувствуется. Изюм и ром прям. Необычный, отличается из всех резко. За счет я скажу так. Вот я говорил, половинку от половинки буду съедать, но он настолько вкусный, что невозможно удержаться. Да. Поедаем как можем. Не знаю, у меня, по-моему, все-таки пока вот этот самый. Необычный вкус. Но. Мы вчера мороженое пробовали. Секс на пляже. С алкоголем 4%. Да, ну и как? Шоколад печенье с орехами. Просто. А, производится в Германии с натуральными ингредиентами. О! Я вот ломить не могу. Просто. А, нет, с орехами. Печеньки вот там. Печеньки, орехи. Печеньки, а печенье что-то черное, что ли? Темное. О! А, вот темное печенье. Вот оно, посмотрите. Оно хрустит даже, как криперсы вот эти. Крекер. Так, самое время поставить лайк, потому что я жрать уже не могу. Я тут еще надо... Не, я реально жрался его уже. Ну, осталось буквально... Буквально еще половина, е-мое. 6 видов. Шоколад молочный. Цельный лесной орех. Вот так это выглядит. Ого, ни хрена себе. Ого, тут. Вот это цельник. Далеко уехал. Вот это, да? Круто. Разбирайте. О, во, видал что? Орехи так орехи. Орехи, орехи прям. Экстра нут. Нат. Нат. Экстра нат. Экстра нат. Орехи также очень калорийные, поэтому приходит насыщение моментально. Еще и шоколад, еще и сахар. Углеводы, это, понимаешь, это охренеть. Ты должен понимать, насколько это тяжело вообще на самом деле. Ну, кстати, вот этот вкусный лесной. Да. 74% какао с насыщенным вкусом из Перу. Темный шоколад. Смотри калории. Вот так это выглядит шоколадка. Вот так это выглядит шоколадка. Не, руководителями надо. О, а его это? О, он очень твердый. Интересный. Он на, до 74%. А-а-а. Ну-ка, ну-ка. Ну это вот это реально натуральный. О! Это как раньше кусковой шоколад да. был. Кусковой шоколад с СССР. Да, прям один. Так почти 100%. Антон прислал, да? Да. Спасибо огромное Антону. Тебя не слышно будет там. За столько шоколада. Любовь Геннадьевна говорит, спасибо большое Антону за столько шоколада, радости и счастья. Цельный.
лесной орех, темный шоколад. Вот кусочки все вот эти. Вот цельный лесной орех молочный. Бери, Левина. А это темный. Вот тут огромные орехи, просто гигантские. Гулливеровские. Орехов очень много, кстати. Не пожалели. Вот сравни кусочки. Тут вот такие, тут такие. Это что за дискриминация такая среди шоколада? Карамельный мусс с миндалем. Шоколад молочный с начинкой. Какой-то интересный. Разбирайте. Да кусок. Тут плиты охренеть можно просто. Кусок да кусок. И так некуда есть уже. Да он что-то... Он с чем-то. Ну, карамельный сам, мусс. Да, сам карамельный мусс, наверное. Прикольная. Мягкая. Угу. Интересно. Не, она какая-то сливочность такая. Соленая карамель? Да. Нет, там не написано, но она соленая, но она соленая как будто. Ты не чувствуешь соленость? Ну, как бы немножко есть, но не сильно. Альпийское молоко, вот это очень вкусно должно быть. Вот такая тема. Молока пока не видим. Сейчас откусим и увидим. Обычный. Давай откусывать. Молочный. Берите, Елена Юрьевна. Ничего нету. Нас обманули. Расходимся. Все хуй. А он вкусный. Это детский такой молочный шоколад. Тоже похоже на киндер сюрприз. Или эти. Как они? Молоко чувствуется внутри. Ну. Киндер сюрприз. Ой, блин, эти шоколадки, как они тоже... Ой, забыл, ну ладно, не важно. Тоже детский шоколад. Очень какой-то вкусный. Ура, последняя шоколадка. Ну, Антон, так насиловать Макса, это офигеть можно. Испытание фуд-трапеза, ё-моё. Теперь месяц шоколад есть. Медаль апельсин, шоколад темный. Ну, последний раз посмотрим тут это. Ты их видишь? Калории. Я потерялся что-то. Не вижу калорий. Ну, 500 с чем-то, как всегда. Не нашли калории, ну... О! Тут меленькие орешки уже. Да. Тут эти дробленые орехи. Да, и тут уже какао 50%. Шоколад твердый. Немного вот на этот темный похож. Шоколад сам. Апельсин чувствуется. Ну и теперь выберем наших фаворитов. Кому что? Я не знаю, мне понравился вот этот цельный шоколад темный с миндалем. И... молочный. Мне вот этот понравился. Вафля, мусс. Конфеты напомнили. Елене Юрьевне вафля понравилась. И вот этот с ромом мне понравился. Необычный вкус. А вам, Любовь, да? Ну, мне побольше вкусов понравилось. Молочный, с вафлей, и с печеньем, и с ромом. И вот цельный лесной орех. Ну я вот реально, я не рофлю сейчас, я нажирался, как будто я бы... И я. То, да? Чувствуется? Чувство у нас еще. Это обычная ситуация. Что можно сказать, резюмируя? Качественный? Наслаждение. Он качественный, он весь разный. Абсолютно нет ни одного похожего. Вот это то, чего не хватает нашим производителям, на мой взгляд, имхо. У нас что Машенька, что Сашенька, что Глашенька возьми, блядь, все шоколады одинаковые на один вкус. Возьми Сникерс, допустим, Баунти и Марс, они все разные. Почему так? Почему так, я не знаю. Вот возьми немецкий шоколад, он разный. Здесь их 20 штук, и все они разные. Да, вот это поражает. Это... Орехи, где мелкие, где крупные. Mm-hmm. Где орехи, где с изюмом, где... Вот здесь, вот казалось бы, просто шоколад, а он имеет молочный вкус, как будто внутри молочка какая-то находится. Вот как они это сделали? Безумно вкусно. Ну, на заметку нашему производителю и не в упрек нашему производителю, мы тоже вырастим когда-нибудь, надеюсь, возможно, но это не точно. Будем прощаться? Да. Нам Вы чё? Это, холодно тут маленько. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, не слышишь, здравствуйте. Я вон туда можно попрощаться. До свидания. Еще. До свидания. До встречи. До встречи. Даже рука замерла. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.